Заложил я пенополистирол. Вот так вот получилось. 28 листов купил, и вот практически впритык оно и получилось. Ну вот уголки вот эти вот я не обрезал. Вот так вот выложил и колочками вот такими вот деревянными везде подпер, чтобы сейчас, если буду бассейн пытаться его разложить здесь, рассунуть, чтобы вместе с ним листы не начали рассуваться. Вот решил колочки повбивать, и потом, когда уже зальем, тогда уже, в принципе, будет все равно. Сейчас самое главное, пока будем распрямлять его здесь, чтобы все было вместе. Конечно, листы пенополистирола не очень, пришлось очень много резать, потому что они кривые. Одни 18 сантиметров, другие 20 сантиметров, ой, 118-120 сантиметров. Поэтому головняка было очень много. Ну, вроде бы все получилось. Ровненько. Сейчас будем уже ставить бассейн. Все. Бассейн стоит. Сейчас можно будет его расправить и туда залить водички. Все, бассейн поставили, полностью выровняли пол, и у два шланга заливаем воду.